туда заезжаем. Так, значит, на Индию мы не играем. Альфу забрать Чарли, да, и тогда получается уже... Ну, Чарли я не могу понять, тут такой, кстати, бой смешанный, под ДПСом будет. Там в соло-пехи не выиграют. Там, я... Да, там да, панельки, нет, панельки. Не выиграю, там нужен ДПС. Можем взять Альфу и заехать на Фокстрот, вот эту сторону продавлять, понял? Смотри, хорошо. Чарли и Фокстрот слева, слева. Смотрите, давайте план. Давайте я скажу план. У меня вроде идея родилась. Короче, я иду на фланг, но с форвард-деплоем на Чарли. Маркус едет на Чарли, пехота, плюс ДПС у него есть для войны в городе конкретно. А Хоумлендер тогда пойдет через вот это поле на Фокстрот продавливать после Альфы. То есть продавливает Альфу линию, потом на Фокстрот. Мы, получается, вот Чарли и Фокстрот просто линии атакуем. Отхватом под 90 градусов получается. Так, фланг я хочу хорошо задефать, а тут какая-нибудь хрень проедет, нам фобы запалит. Я фоб поставил, если что. Поставил фобчанский. В центре, кстати, не столько пехотной дивизии, сколько ДПС. И я, если что, записываю, просто потому что мне нужен контент. Буду как хиппи теперь. Так. В любом случае, все ради контента, брат, блядь. Если тебя ролики соберут просмотры, я тебе напишу добрые слова, мы тут рады, понимаешь? Блин, а тут мне не дают высокие панельки на эхо, обидно. Хотел поддефаться. Блин, что это за город вообще, Urban Frontlines? Панельки как у меня дома, блин, прям. И даже свечки есть. Это к вам в Восточной Германии мы сейчас воюем? Но при этом непонятно... Нет, это Западная Германия. Судя по домикам. Мелким. Очень интересно. Ну, не, город, кстати, красиво выглядит, будто в SimCity кто-то построил. То есть я не могу сказать, что мы подел гандон, словно. Подел, по-моему, очень даже неплохо сделал. То есть пытаюсь понять, не, от чего карта, мне кто-то оттолкнуться. Карта хорошая, не, карта хорошая. Вижу какие-то компаунды удачные. Ну ладно. Как-нибудь, короче. Короче, как-нибудь. Эту вышку нельзя занять. Турчик ставим сюда. Как же мне нравится за вторую пехотную вот это вот дублирование форвард-деплоя, рекон-деплоем еще жирным. Слишком классно получается, если честно. На мой личный взгляд. Но я при этом не хочу, чтобы дивизию нерфили, она как раз хорошо играется. Надо просто апать другие дивки, и тогда все будет нормально. Потому что дивка на самом деле хорошая, ее трогать не нужно просто так. Ну я сколько играю, ее там типа меняли, она не было такого, чтобы она была не имеете, короче, не помню. Да, она всегда находит свои ручки. Ну в том числе, потому что проблема ДПС в этой дивизии решается плейнтрейном на самом деле. Вот и все, как бы. Проблема ДПС решается плейнтрейном. Таксишка себе веду. На всякий случай. Какие-то самолеты берем со старта? Или ПВО разворачиваем? Или что? Нет. Все, плюс. Значит, не надо. А, форвард деплой я тебе кинул. Очень интересно они сделали домики. Между каждым домиком есть расстояние. То есть просто пробегать в упор не получится. И, конечно, зараляют какие-нибудь пулеметы. Даже, как ни странно. И либо без откатки. Так, а по ЖД дороге он быстро не поедет, наверное, в тур. Ладно, здесь другая дорога есть, на всякий случай. Здесь, наверное... Блин, какие-то панельки на этой карте конкретно не имбовые. То есть у них очень много перекрытий по обзору. Ой. Мы и так начали. Печально. Я еще фоксов хотел накидать, ладно. Сейчас тогда будем уже реагировать на ситуацию. О, у них два пол... 219-х, я только сейчас заметил. Знаете что, я пойду на всякий случай на Индию поеду, короче. Вдруг он там, его не будет. Я почти уверен, что его там не будет на Индии, короче. Он пока он не доедет просто. Он просто не доедет. А там же есть ФД, почему? Ну, ГРУшники и все, и спецназ. Ну, я почекну, если там никого нет. Почему? Поправил, пробью. ДПС, спецназ, ну, типа, обычно... This is a story we'll tell your grandchildren. Не понял. We'll deploy at
Так, САСов стараюсь не разъединять особо. Тоже что-то видно даже. Загрузим здесь. Здесь, кстати, площадка танчиками воевать. Давайте сюда. Вызову танчики и бэхи. Пожалуй. Ох, ну ладно, пеху пока выйдем. Саксоны пока отводим. Ага. Есть контакт. Разведба МП-2. Ага. Окей. Отдымились. Здесь домик занят. Так, понакидывались, больше не надо. Так, Милан загрузим обратно. Здесь Фоксом проезжаем дальше. А, Армобиля Саксона тоже загрузим обратно. Конкурс светим, в теории. Этого разгрузить здесь понадобится. Так, и танчик мой едет пусть сюда тогда. По низину буду пока САС двигать. Вон конкурс попробую зарезать. Просто с автоматов, например. Этого сюда продвинем, дружка. Т-80 БВК. Интересно. Ну сейчас это разведба МП-2 убьем назойливо. Здесь тоже надо тур ставить и рекон новый дозывать. Кто-то лагает. У них? Нет? Маркус на своих легендарных Найтхоках. Здесь не я, блядь. Не, вроде не ты. У меня с тобой пинг показывает. Обычно. Ну да, да, скорость, обычно я, типа, мне уже стыдно, пиздец. Как, да, ты понимаешь, что мы можем скинуться тебе на интернет просто, а не могу, всей страной? Люди узнают, что ты играешь с восьмой винды, с восьмой винды, короче, да, и без интернета они тебя накидают просто моментально. Бля, может вон насчет на этих нахуй, на больных детей, бля, скажем, станставый парень. Не может в интернете себя купить, блядь. Пожалеть больного человека, нахуй. Там ГРУшник сидит, охренеть. Ладно, сейчас скаутами подъеду. А чё этот, ладно, короче, я захвачу точку вот эту. О, Маркус отработал с 18-м, чётко. Так. Ну, начальник уже потянул побрать просто. Ой, аэромобиль умер. It always comes down to the infantryman and his rifle. Shut up and listen to your sarge. Ну мне САС зачем? Можно этот сбить? Everybody, check your ammo. Go ahead and watch out for the reds. Well done, guys. Let's move quickly. Так, потихоньку захожу на зону. Challenger Mark II у меня в наличии. Ну все, тут все по кайфу. Как я и говорил, чуваки, Индии не задефают. Пехоты нет, танчики не работают в такой дезостройке. Вот и все. Это мы сейчас переместим, и будет вообще кайф. Этих надо отводить пока. Тунча сработает. Этих продвинем в следующую посадку. Здесь рекон вверх допинали. И самое время арту потихоньку доставать. Ты можешь вот эту кошму сюда. Развернем сюда. Да-да, уже едем. Уже едем. И здесь развернем. Пастерный. На мой Challenger, судя по всему. Увожу. Сасы в наличии есть, только далеко немножко. Он видел цель до последнего, да? Уводи! Нет, не увел. Никто в комнату поехал. Куда я знал?
Откуда я знал? О, Буратос, блядь. Буратос, кстати, аргументная тема, да. Ой-ой-ой, там ПВО, внимательно. Я вообще попробую, кстати. И я думаю, еще один танчик есть. Блядь, ну... Жесть, тут Буратосов-то лупят. Ну вот этот, наверное, не выживет, да? Ну вот, Харек да. За 150, я уже, да, я уже на, тот тоже. На турнире, я помню, с него потухал. А тут снова буду потухать. Это круто. Вот ваш юнит за 375 поинтов улетел, потому что разрабы очень хорошие люди, и у них отцы вообще молодцы. Бум. Сложно согласиться. Не, про Харка это стопудово, да, типа. Да не, нормально. Чё-то. Разрабы стараются. Но не получается. А там 56-я, что ли? Главное стараться. А, это BMP 2D от 79-ки. Сори. Перепутал. Ну, кстати, немножко они узкую карту сделали. Я что-то думал, вот здесь... Точку можно здесь аж кинуть. И было бы очень похоже на... Это в принципе похоже на карту из Broken Arrow, кстати, как ни странно. Очень сильно похоже. Но я бы и на их месте растянул бы точки. Вот эти альфу, надо еще дальше двойки кидать. Тогда был бы реально интерес идти на фланг. Именно еще круче. Потому что так-то я помогу, успеваю еще Маркусу помогать, а так было бы вообще прикольно. Совпадение ли, что у них карта новая, похожа на карту конкурентов? Ну-ну-ну. Вот, о, просто полетели орлики. Полетели орлики. Это что такое, блин? Просто орда Харьков Камикадзе. Просто орда Харьков Камикадзе, блин. Повезло, очевидно. Ворьер накинем. Бум. Не, ну графен, конечно, зачет, я не спорил. Карта тоже красивая. Вот бы нам еще прям жестких соперников найти, которые бы нам рассказали, что мы плохо играем. Ну, нет, жестких соперников найти это маловероятно сейчас. Не, видел там эти какие-то есть, по-моему, Скейт, этот чех. Вот у него есть тиммейт, и с ним иногда можно хорошо порубиться. Да, мы с ними играли. Но он не всегда онлайн. Прошлую катку, да, что ж. Они нормально играют. Мы с ним попали, выиграли, кстати. Ну понятно, то я не могу. Охуенно, вот это. У вас нет другого варианта. Пикать просто и все. Жизнь научит. Плюс 8. F117 такой. Бам! Delete button, так называемая. Блин, звук у него, конечно, жесткий. Я, кстати, не знаю, зачем он там какие-то решетки сверху открываются. Вы что они делают? Проверь. Сверх секретный бомбер высоколетящий такой на высоте там, не знаю, там 6 тысяч километров, блин, на высоте 6 км такой, надо форточку открыть. Покурить можешь, не знаю. Ну реально. Так, здесь надо немножко этих РКТшек выкинуть. Короче, типа, если это под запись, то я просто скажу, если кто-то услышит, вот это первая танковая UK, супер мощная. Я уже второй день на ней играю. Супер жесткий аэрспам. Жестче, чем во второй пехотный. И супер мощный варио. Вот эти вот. С миланами теперь. Ну, ясно. Мне теперь надо как хиппи, я так понял, ныть, короче, 2 года. Тогда дивки, которыми я играю, тоже станут сильные. И тогда будет неплохо. Блин, я туда арту свожу, а вы туда уже бам отбамбливать начинаете. Ну что ж вы за люди-то? Блять.
Я не могу. Я даже могу ничего не делать, вы тут вместо меня всю работу делаете. Хорошо. Прекрасно, я бы сказал. Вот это ты зря сюда залетел, дружище, это не твой район. Это британский район. Ну, кстати, вот эту фишку они не поменяли с Wargame, она классная. То, что над САСами летать нельзя, и это всегда было весело. Это всегда было справедливо, на мой взгляд. Но если челленджер будет мазать километры, то будет печально, да. О, попал. Но геймплей такой ненапряжный. Просто какие-то ковровые бомбардировки просто, да. Слишком типус. Да, мы еще и выиграли. Ну ладно. Ну, че, у них, кстати, FD нету, у нас есть. По идее, все логично. Я запись включил. На всякий случай, но если мы проиграем, я не выложу. Да где, блядь, выкладываю в любом случае, короче. Хотя бы нормальные какие-то попались. Так интересно. А, это когда другая версия. Нет, почти та же. Иван. Нет, та же самая. Так, ну Иван наша ближняя, соответственно, я думаю, что... Ну ты можешь заехать и на Анну, в принципе, на Иван точно, я поеду на центр, типа. Фул на центр. Я думаю, тут будет весь замес. Я хочу задефать вот этот компаунд, потому что я только что играл с той стороны, и мне не понравилось, что реально, если чуваки берут этот компаунд, то там потом линия снабжения ломается. То есть я примерно вот так еду. Вот эти компаунды дефаю. А CV-шки я раздаю, FD-шные, в любом случае. И давай, наверное, раздам эти шишиги. Ашные. У них же сейчас может быть какой-нибудь дроп на Блэкхоках на 101, правильно? Есть такая профессия. Родину защищать. Стопудово. И на Блэкхоках, и на Чинуках, там че по кайфу, типа. CV-шки я раскидываю. Готов. Учитывая, что там нихуя кроме вертолетов нет, я просто куплю кучу игл, две осы и ДПС на мид и все. Так, шишига, шишига. Ждем цели указания. Даже две щищики кинем. Слушаю. Почему бы и да? А, здесь, наверное, метисы и птуры надо расставить. Нету какого-то высокого домика здесь, точно. Но есть, но он, типа, такой, он вдалеке. Хотя, нормально пойдет, в принципе. В принципе, пойдет. Связь налажена. Так, у него бардак кинем на фланг, по классике. Ты фоб брал? Нам не нужен фоб? Нет. Все, хорошо. У меня нет арты, нет. Поэтому убираем. У меня только васильки. У меня тоже. А, кидаем на фланг. Десанты Белозор, метисы, как я и говорил, нам тоже здесь нужны. Вот и съездили на учение. Выгружу, вот сюда и вот сюда. Я бы раскидал. У него сапера бы еще кинул на всякий случай. Транспортировки готов. Вот так примерно. А, здесь что, тоже какой-нибудь метис нужен, наверное. Ага, здесь вот этот домик с Пром надо брать. Это то, что мне этот. Вот и съездили на учение. Маркус показал. Оттуда пешком. Короче, тебе еще здесь по на фланг немножко развернусь. На центр могу что-то загнать, но что-то вот разовое, вот, чтобы ты мне вот тыкнул, а я кинул туда, чтобы не контролить. Не, на центр. Метис какой-нибудь загнать, не знаю. Там. Да нет, типа, я думаю, что... Ну или что-то, да, какой-нибудь один метис, разведку, что-то такое, в принципе. Транспортировки готовы. И... Угу. Я не думаю, что там какие-то проблемы должны быть. Выгружу, вот то есть, опять же, не знаю, чем они могут... Мобильность и маневренность. Ну и самое главное, это Black Hawk Rush, плюс какими-нибудь танчиками реально зарашить. Где-то прям блок пехоты будет идти, который надо будет выбомбить, в моем понимании, скорее всего, что-то такое. Типа это прям то, что звучит танчики, еще более-менее хайпово. Одну БВшку взял. На связи. Одну БВшку взял, Абрамс там помоечный, по сути. Блять, блок пехоты я перестреляю ДПСом, по идее. Я еще Мио 7 так кину.
А, вот здесь мне что-то кинуть на деф? Федор, мне задефать? Ну, бардак на фланг кинуть на левый просто, на чуть-чуть. Давай, давай, я туда разведку закину. То есть мне надо, чтобы ты фулом шел на центр и выиграл, типа, все. У меня вообще, в принципе... В принципе, я в тебе верю. План такой, да. Надеюсь, блядь, не обоссусь. А, по истребителям. А, у них же нет атакующего воздуха вообще, кстати. Да? У них же только фантомы хаешные и бомберы какие-то вонючие. У них с этим тоже проблема. Вертолеты мы контрим очень сильно. Я шишиги какие-нибудь достаю, вонючие, и все, как бы. Вонючие шишиги, они прям сильные. Товарищ командир? Так точно, товарищ командир. Так, уазики с сапогами работают еще? Я не знаю, я не проверял. Я раскидаю. Работают, работают. Готов к бою. А, так их в троечка кинул на мид. Пусть они там дороги покидают. Приказ нам ясен. Приказ нам ясен. Мне тоже ясен. Ясен красен, я бы сказал. Весь во внимании! Но логика звучит правильно. То есть я на FD-шечке нам плацдарм в секьюрю. Тебе главное потом выиграть, они тебе танкоблоб вообще чем могут убить. Тоу-2, драгоны, жирные драгоны. Пехота у них, кстати, по-моему, даже советская проигрывает. Типа у них там... Ну, вот я поиграл за 101-м, мне их пехота не сильно имбовой показалась. Ну, которая 13-стерильная и гринбереты... Ой, блин, ее купить еще надо. Ее еще надо купить. Ну, ее купить еще надо, да, но тем не менее. Ну, по идее, типа, им нечем, ну, на центре со мной драться, кроме как ТОУ-2 поставить где-то вот в этих домиках, блядь, где-то еще здесь есть постройки. Ну, тут я домик сразу пошел секьюрить. Вот я на него прям упор дал, чтобы его сразу пронести. Ну, в любом случае, там, если его убивают, то самая проблема, то просто высветить и сразу сидеть. Как-то риджи хватает на все, на это надо достать, то есть его просто не видно обычно. Все, готовы, думаю. Ну да. План Б, на случай, если нам проносят центр. Воюем за центр до конца, я думаю, у нас, в принципе, вариантов нет. В принципе, это единственная точка спорная у нас. Ну, центр здесь важнейшая точка. Ну, мы забираем центр, здесь еще вот эта же, типа, линия вот эта, если ты за нее выгоняешь противника, то тут все как бы. А тут просто все. Мне маркеров не хватает. Ладно. Готов! Так точно, товарищ командир! Ну что ж, топовые пацаны. Посоны против топовых посонов. Это судьба. Слышу вертолеты. Слышу абрамсы. Попробовал найти это лобби. Слышу вертолеты. Танки точно идут, короче. Ну, кстати, как я и пришел к решению, то, что танковый блок прям решает. Так, это что у нас? Фантом Ашный. Я пока спрячу МТ-шку свою. Штаб развернут. Это маневренная война. Двигатель работает, мы ждем. Раскидываю CV-шки, фаст кап, все как надо. Могу на Xbox стреп купить сразу и сбить его. Ну я не знаю, ну по-моему нам не мешает. Да не, не, смысла нет. Смысла нет, да, поебать. Вот они уже доехали, кстати. Куча воздуха нет. Слушаем ваши указания. Вертолетов нету особо. Сразу БМДхи докидываю, метисов. Ха, они уже история. Достанем их из-под земли! Служу Советскому Союзу! Так, понятно. Одним империалистом меньше. Разговорчики в строю. Так держать, бойцы! Сверим часы. Враг периметр. Караул в ружье. Они уже история! Ха! Они уже история! Прикольно меня заваривают. Это уникальная озвучка появилась. Так держать, бойцы! По местам! Какие-то мулы, стингеры у них есть в наличии. CV-шку, наверное, заведу на зону куда-то в угол. Так держать, бойцы! Ждем цели указания. Либо я танковый куплю позже. Ну, пока можно не пишите нас. Я ранен! Плюс по времени. Попадание. Саперов накидываем.
Можно спецназ потихоньку накидывать. Какой-то самолет, наверное, все тот же. У них до сих пор рано не занято, кстати, прикольно. Чё так? Жду новых указаний. У нас потери. Мы уже там. Могу тебе жирную саплайку выставить под танки. Вертолетную. Сюда выставляю. Пока рано, пока рано. Нормально, заранее будет. Давай, 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 давай. Проверка связи. Привык, как я с Джесси играл просто. Плюс, да. Минус. Не отставать. Оружие на изготовку. Я пока этот компаунд сдвигаю и буду его набивать немножко. У меня справа какой-то пуш. Я, если что, потом вызовусь к тебе. Резко. Пока не ясно, зачем это все вообще. Неужто он не понимает? Вот я все... Сюда сейчас еще конкурс поставлю. А тут просто пехота, типа. Ты можешь тогда чуть-чуть перевозить, не вот знаю, метку атаки. Вот на метку атаки сводить во фланг. Сюда? Пока. Давай. Всем залечь. То есть, у меня им один AP, кстати, на фронте, да. Прикольно. По вашему приказу взвод построят. Угу. Окей, я, короче, тебе танк перекидываю. Плюс. У меня он едет с респа как раз. Молодец, наводчик! Всем залечь! Я броня! Цель обнаружена! Товарищ командир? Сейчас подведу кобру за контрол. Без геройства! Проверить снаряжение! Тут движения пошли какие-то. Нас здесь всех перестреляют! Одним империалистом меньше! Страшно, но тем не менее. Ну, пока нет. Так далеко? Ну, спустя всем 5. Залечь! Весь пусть, во внимание! Пусть сначала Анну хотя бы закапают, давай так. Сначала Анну догадается закапать. Я пока проеду там бардаком. Ага, ну вот, закапали таки. Проверить амуницию. Шок-трейд не работает. Тем временем шок-трейд. Готов к бою. Это печально у нас, кстати. Врача! Бендехен не подловил. Задним ходом марш! Здесь все указатели не по-нашему. Не оставим им шанса. Такси заказывали? День твой, последний приходит, буржуй! Надо какой-то рекон дропнуть, пожалуй. МТАшку подвести. Доставим без шума и пыли. Доставим без шума и пыли. Разговорчики в строю. А ну-ка, лови подарочек. День твой, последний приходит. Хорошая буржуй. Позиция, прострельчик. Слушаю вас, командир. День твой, последний приходит, буржуй. У нас потери. Осторожно, противник рядом. Так, вот эту шишигу я подводил к тру для начала, господа. Готов! Сделали! Кстати, тут точка не задефана, я бы туда потом проехал. Кола ради. Всех перестреляю. Я там организую врывчик. Слушаю, товарищ командир. Врывчик-жзывчик. Оттуда пешком. Враг бери. Накидываем иглу. Отбрасываем саперов. Саперы, я же говорю, работают превосходно. Я тебя, кстати, так и не спросил, ты сам до них допер, то что они крутые, или это... Уже общеизвестный факт для профессионалов просто стал. Превосходная тема это, просто. Это маркетинг. Выполнение боевой задачи. Маркетинг. Хороший, хорош. Поддержал. По нам стреляют! Достанем их из-под земли! Ожидаем воздушных или наземных целей. Какая хамви ЦП, Василий? Убери ее отсюда. Штаб развернут. Не надо тебе никакой хамви ЦП. Вообще ЦП никому не надо, отвечаю. Короче, я... Саперный взвод готов! Сдаем назад! Аккуратно! Убить? Право. По идее... Ну-ка... Стоп! Попадание, заебись. Ну ладно, все, перестреливаюсь. Центр готов наш к бою! Полностью. Браунинг не могу перестрелять. Он мне конкурс убил, к сожалению. Восстанавливаю конкурс. Сейчас побольше спецназа накидывать на фронт. Он тут самый успешный по ощущениям. Вперед, на лихом коне. Воздух? Блин, я все по привычке пытаюсь этот баг использовать, а его уже нет. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Оса. Мимо. Игла. Попала, кстати. Я еще наставлю игл тогда. Тогда проблем не будет. Да, пошли вертолеты. Я сейчас иглы достаю. Next buy'ем, так сказать бы. Готовьтесь, противник замечен. Асу направо купил.
Жду новых указаний. Аэроскаут идет прям продвигается, но я бы забил болт. В принципе, не страшно, пока выглядит. Саперный взвод построен и ждет приказа. Броня на связи. Визуальный контакт с противником. РПО теперь чуть лучше работает, это правда. Так точно, товарищ командир. Дружище, какие блэкхоки? Ну какие блэкхоки? Ну какие апачи? Ну что ты там себе в голове придумал? Оно так не работает. Всем залечь! Давай быстрее, пока нас не заметили! Веришь, нет, но готова, вообще не работает. Командир. Нас здесь всех перестреляют. Жду ваших указаний. Оттуда пешком. Все лучше, чем рыть окопы. Всем залечь. День твой последний приходит, буржуй. Дверную соплайку выставил. Здесь можно будет танки ремонтировать. Прокидываю линию коров чуть дальше. Уже. Так держать, бойцы! Возим бомбы и ракеты. Фланговый заход отличный провел. У них там сейчас Анна чистая, я сейчас туда командира еще кину на кап. Нужны боеприпасы. Просто на халяву. Приготовиться к бою. Обороты в норме. А справа патч. Сейчас, короче, я у него суицид сделаю. Я полетел тогда на тот патч. Я один забрал на центре, истреб жив. Давай. Я тоже истреб туда. Саперный взвод построен и ждет приказа. Все, я ракету словил, короче, можешь это ходить. Плюс ОСА подъехала. С небес на землю! Апач подбил. Иду на фантом. Сбил. Ушел. Нет, не ушел, ну ладно, неважно уже. Выше нас только звезды! Скорее бы наступление. Скорее бы в наступление. Что за новая озвучка? Кайфовая. У сапогов конкретная озвучка. Скорее бы в наступление. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа. Надо срочно на этот атас вылететь с чем-то. Снять его. Иначе мне слишком не доедет. Плюс. Давай. Меняю позицию. Проверить амуницию. Сухарь пошел. Плюс. Машина ждет приказ. Ну-ка. Каков план? Хорош. Все, четко. Найс. Там сейчас точка закапится, не проблема будет большая. Оружие готовы. Я броня. Цель обнаружена. Экипаж танка к бою готов. Одним империалистом меньше. Может чайку? Цел просто. Сверли дыру в кителе, боец! Здесь саплайку чуть-чуть поближе. Накидываем БМДшечки. Справа пушу танками. Обнаружен противник. Приготовиться к бою. Так точно. Так точно, товарищ командир. Не могу вести бой, БК закончился. Не, ну на ФДшке они бы лучше сыграли, не на ФДшку. Ну честно, я не все там. Сухарь вызываю направо. Достанем их из-под земли! Двигатель работает, мы ждем! Врача! А, нихрена Борис до сих пор не закопали, прикинь? До сих пор Борис не закопали. Да. Просим помощи, как слышно! Кто такие ваши точки? Понятно. Вообще, непонятно. Слушаю, товарищ командир! Как говорил Джесси, CV-шки — это социальный конструкт. Готовьтесь, противник замечен! Болванка в танк ударила! Ой, я забыл, что у меня пушки есть легендарные. Подожди. Вот это я еще не вызвал. Проверить снаряжение. Не вызвал базу, так называемую. Задним ходом марш! Слушаем ваши указания. Так ладно, я патча убил, но только танк проебал. Прискорбно. Второй взвод готов. Противник по курсу, к работе готов. Давно хотел посетить кап-страну. Я ранен. Сариса, поли, слушай. Выгружу, вот там! Он так и не понял, что это было. На левый, на левый этаж. Проверка связи. Давай. Прием.
Противник по курсу, к работе готов. Пошел. Там финансы кроют, отмени. Не надо. Похуй, я в суицид иду. Я тебя понял. Их там две, их там. А он, кстати, на вираже, можешь подловить его. А, он с... тебе Апач. Тебе Апач Сингер дал. Обидно, да? Крутой. Да. В этот раз дойдем до ломаться. Врача! Хуйня. Сверли дыру в кителе, боец! Движение на горизонте! Все лучше, чем рыть окопы! Сильное сопротивление! И что? Все? Получается? Оружие на изготовку! По факту все. Кажется, это не это наше! Конец, блять, хуёво залил танки, кстати. Вот это мне не понравилось. Ну, а как? Ты их сильно стак, застакал и что-то пошел куда-то. Надо, их надо в закрытые позиции. Вот видишь, тут позиция, прострел. Вот тебя с водой не могло, могут атаковать лобовые. Стоишь, кайфуешь, типа. Я захотел сейчас поныть, что там, блядский... Связь налажена! В авто... Откуда пешком? В холле стоял, жив, там, я хоть на танке убил. Типа, хотя должен был умирать за секунду. Но я не стал, ну это ладно, блядь. Это ладно. Что я, сука, вижу этот птур, бля, он должен с двух, просто с одного шота умирать в поле, блядь. Коху он живет, ну ладно, все. Вы поворот не пропустили? Мы не будем плакать. Не, повлажил, лазил. Окей, ладно. Товарищ командир. Ну да, не да. Оттуда пешком. Понял, товарищ командир. Победа. Плюс контент. Ну первое это плюс контент, блядь, между прочим, да. Вот. Ну, короче, не кричащие орлы, а пососные орлы, я бы сказал, новая дивка. Не, ну, в соло... Нет, она на этой карте может сыграть, кстати. Но он ей нужен этот 82-я в придачу, либо АКАВ в придачу, ну, Armored Cavalry, либо дроп на Блэкхоках. Да нет, типа рофл дроп в том, дроп на Блэкхоках, но против Шишик особо её, не короче... должен, не всё. Ну, во-первых, во-вторых, прикол её в том, что у неё... Как ты говоришь, есть эрдзац, всегда лучше, то есть любая американская дивка всегда лучше, то есть 8-я пехотная лучше, 82-я лучше, 3-я армарет лучше, блядь, то есть она вообще, она не нужна, как бы, по сути. Ну, то есть в этой системе, где есть набор дивизий, то есть у нее гораздо, у нее просто огромное количество альтернатив, которые лучше всегда. Согласен, то есть, согласен, вот да. То есть они более конкретные и действительно под задачи в команднике. Будет браться. То есть, если мы хотим медленно рубило в голове, то в городе, то мы действительно возьмем 8-ю пехотную, у нас мехрайфлы будут значительно лучше воевать. И лучшие танки, и ПВО. То есть, условно, даже вот 3-й армарет имеет такое... Тяжелое ПВО, атаки. Собственная атакующая авиация. Угу. Да, да, да. А Апач... ну... армарет имеет такое же количество апачей, только без атасов. Имеет, блядь, сильную пехоту, в общем-то, инженеры, которые не хуже... А, и кстати... Обрати внимание, короче, вот эта логика. Вот обрати внимание, смотри. Давай. 101-я. Инженеры 80 поинтов стоят, без ФД. Да. А инженеры... Тоже заметил. Тоже ФД, заметил. 70. Тоже заметил. Какого хуя? Как это так? По какой-то логике, а, да. То есть просто дешевле аэропортный. А вот еще, что я хотел сказать. Вот еще, кстати, я вспомнил, бля, вот постоянно с тобой, когда сижу, и ты мне эту тему начал, когда обращать внимание, там, типа, на эти бейсболки, блядь, у совков. Вот САС, посмотри, типа, САС в очках, блядь. Но ну это да. Же, типа, элитный спецназ, максимально ну да. Элитный. Блядь, ну какие да. Проблемы со зрением у них могут быть, блядь? Типа, ну, вот причем самое смешное, вот у меня сейчас заспавнился, тут фулл отряд очкариков. У меня не все в очках сейчас. Да, ну типа, блядь, это чё, шутка? То есть как они нахуй воюют в очках вот в этих, блядь, как будто они книги читают, это пиздец тоже кринж, конечно. Британская интеллигенция, понимаешь? Это стилёво. Да, нет, тогда это стилёво. Это стилёво, типа, но это тупо, блядь. Ладно, короче, я пошёл. Да, давай, спасибо за игру. Что делать с интернетом? Не за что, конечно, брат, жду контент, естественно. Конечно.